Они говорили, умеет разглядеть великое в малом и раствориться в скульптуре. А его называли мастером, вдохнувшим поэзию в графику. Татьяна Соколова – одна из немногих женщин-скульпторов, получивших признание и известность. Гурий Захаров – заслуженный художник РСФСР, один из самых ярких и значимых мастеров советской графики. Они были супругами и создавали созвучные произведения искусства. Увидеть эти работы сегодня можно в Щелковском историко-краеведческом музее. Произведения разных лет, посвященные поэзии и повседневности, представлены в экспозиции. В нее вошел и написанный народным художником СССР Андреем Васнецовым портрет Татьяны Соколовой. Ранее выставка проходила в музее-заповеднике Абрамцева. Мы посмотрели, как экспонировалась выставка в Абрамцеве. Но у нас другой зал, и мы немножечко отошли от той концепции и решили сделать ее так, как вы видите. Предоставила работы музею дочь Гурия Захарова и Татьяны Соколовой Наталья, которая также присутствовала на открытии экспозиции. Она, как и ее родители, нашла свое призвание в искусстве. Говорит, когда в семье двое художников, другой профессии для тебя не существует. Кажется, что на свете вообще, кроме художников, больше и нет никого. Я всю свою жизнь была моделью для своей мамы. Я что-то пыталась посчитать, получается где-то штук 40 работ. Помните, был такой греческий скульптор, который влюбился как бы в свое собственное произведение. Вот так любила меня моя мама, но только наоборот. Она меня сделала девочкой на табурете бронза, и вот в таком виде она меня любила. Мастера относятся к поколению шестидесятников, представляют суровый стиль. Произведения этого направления противостояли искусству соцреализма своей лаконичностью формы, цветовой сдержанностью и реальным отражением действительности того времени. По мнению искусствоведов, такое разное творчество супругов Гурия Захарова и Татьяны Соколовой объединило ироничность, любовь к натуре и объекту творческого замысла. Вот такое удивительное сочетание графики и скульптуры. И кажется, эти работы не могут друг без друга, прямо как их авторы. А выставка Татьяны Соколовой и Гурия Захарова продлится в Щелковском историко-краеведческом музее до 19 сентября. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.